Всем доброго дня, уважаемые читатели и зрители. Сегодня специально для издательства «Зеленые точки старта» мы делаем обзор о мероприятии, которое проходит сегодня, 23 ноября, в прекрасном городе Волгоград. Одним из важных обсуждений на сегодняшней профессиональной сессии по электротранспорту у нас было обсуждение коммунальной техники. Так вот, благодаря заводу «Тулмаш» мы с вами наблюдаем сегодня уже серийно производимый электрический специализированный транспорт, который сегодня у нас здесь представлен в виде грузового автомобиля, но «Тулмаш» уже делает несколько платформ, на которых вполне размещается, так сказать, и коммунально-убиральная техника, и подметальная. Вот. Ну и классика жанра – это та платформа, на которой работает грузовичок. Напоминаю, что именно этим машинам разрешено заезжать в те цеха, в которых запрещено по технике безопасности заезжать на бензиновом и дизельном транспорте, где есть двигатель внутреннего горания. Только электрический автомобиль у нас на сложных производствах имеет право заезжать внутрь цеха, выезжать и, так сказать, не подвергать опасности сотрудников. На сегодняшний день абсолютно четко уже пишутся технические задания для того, чтобы видимый вами сегодня электромобиль ездил и передвигался без влияния и нахождение человека внутри за рулем, что вполне возможно по сегодняшним технологиям. И благодаря технопарку Сколково, в котором уже много лет идет испытание автопилотов, это можно сделать практически на любом российском электромобиле. Какая производительная мощность у вас на сегодня грузовых муравьев? Сколько вы выпускаете? На данный момент у нас около 60 штук есть уже в наличии. И наращиваем мощности, чтобы выпускать 10 в месяц, 120 в год. Отличные цифры для начала производства. У вас несколько основных моделей. Это грузовичок, мультимедийная штука и специализированная убиралка, да? У нас большой вообще перечень. Это грузовые, пассажирские, полицейские, коммунальные. Плюс туризм. Да. Вот. Обращаю внимание, что на курортах и на тех территориях, где люди отдыхают, идеальная эксплуатация муравьев, которые уже сегодня у нас работают пассажирскими гольф-карами, передвигающих, так сказать, путешественников по территории оздоровительных центров и не вредящих экологии. Да, и в парках тоже эти машинки трудятся. Вот на том баннере у нас изображен как раз-таки пассажирский муравей, и он довольно-таки большими количествами уже за эти годы продался и исправно работает в санаторно-курортных комплексах.